окончания зимнего периода традиционно все объекты подлежат, что называется, инвентаризации. Не только этот объект. К этому объекту особое внимание, понимая о том, что мы заканчивали работы в прошлом году уже при неустойчивых благоприятных погодных условиях. Сегодняшний день это уже не первый визит сюда, то есть мы актировали эту площадку. Сегодня приехали для того, чтобы посмотреть, как идут работы. Можно сказать о том, что темпами работы мы не удовлетворены, то есть даны указания, по каким видам работ, то есть пересмотреть дорожную карту с учетом исполнения по дням, по срокам. Те моменты, которые, так скажем, влияют на безопасность, их, безусловно, нужно огородить. Здесь открыто сказать о том, что извиниться, может быть, сигнальная лента, и что здесь будут продолжаться восстановительные работы. Поэтому вопрос остается на контроле, как и другие объекты всероссийского конкурса, и другие объекты в рамках благоустройства.